Я знаю, что я во втором или в третьем раунде этот бой закончит досрочно. Когда дерется русский парень против кавказца, это вдвойне напряженка, это вдвойне интереснее. Я знаю, что у меня есть огромная армия болельщиков. Вес у него тяжелый, как вы знаете, на сколько там килограмм больше меня, но на самом деле для меня это никакого значения не имеет, только плюс, потому что я знаю, что я во втором или в третьем раунде этот бой закончу досрочно. Но это бой очень принципиальный, потому что вы сами понимаете, хорошая ударка, дерзкий, агрессивный. Верните мне его, я надеюсь, он соскучился по моим кулакам. Лучше мне отобьют голову, я потеряю сознание, улечу нокаут, но я буду драться до конца, поэтому как-то так, друзья. Всем привет, здесь Грачик, здесь пулеметчик. Проведу подготовку, конечно, определенную. Вот. А так в целом у меня все есть, понимание, я попробовал. Поэтому я готов подраться либо на кулаках с моряком, либо могу и в Fight Night приехать к нему на один бой по ММА сразиться. Вопросов нет, платите денежку. И так как я боец, я показываю все свое... Все, что я хочу показать, именно на ринге. Поэтому лозунг «Дерись на ринге». Хочешь, сейчас 21 век, драться на улице чревато уголовным преследованием. Что скажешь, Бодимания? Почему? Что там с моряком-то? Что с моряком? Где моряк? Бодимания, вы здесь, вы меня слышите? Где ваш моряк? Я здесь, я пришел за ним. Верните мне его. Я надеюсь, он соскучился по моим кулакам. Я его просто забыл. Так что так, бро... Приходи, давай создадим шоу, устроим бой. И я думаю, все будет круто с тобой. Зелимхан Пулеметчик, канал Бодимания. Слушай, не, подожди, я хочу узнать, Ворожбитов, что скажешь вообще про такого соперника? Что касается Никиты Ворожбитова, что я могу сказать? Боец хороший, парень тоже вроде неплохой. Вес у него тяжелый, как вы знаете, на сколько там килограмм больше меня, но на самом деле для меня это никакого значения не имеет, только плюс, потому что я знаю, что я во втором или в третьем раунде этот бой закончу досрочно. План таков на этот бой. Так что я думаю, что все будет хорошо. Хорошая ударка, дерзкий, агрессивный. Почему этот бой так принципиален? Я знаю то, что на моем канале вы все любите межнациональные разборки, конфликты и многое другое. Нет, в этом бое не будет никаких конфликтов. Все будет на уважении. Но это бой очень принципиальный, потому что вы сами понимаете. Дерется человек одного вероисповедания, одной религии против другой. Это всегда интересно, захватывающе. Тем более, когда дерется русский парень против кавказца. Это вдвойне напряженка, это вдвойне интереснее. Я знаю, что у меня есть огромная армия болельщиков, кто меня поддерживает в Украине, Беларуси, России, да и за пределами тоже. За Зелимханом тоже очень много людей топит. Весь Кавказ и не только. У нас совершенно разная аудитория. Я знаю, что его аудитория будет топить за него, моя будет топить за меня. Возможно, это будет один из самых хайповых боев в 2020 году. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь, что мы закатим реальную рубку, что о нашем бое будут говорить везде, его будут показывать на всех каналах, и мы достаточно дадим ажиотажа ему, потому что такое бывает редко. С вами был Никита Ворожбитов. До новых встреч. Ребята, подписывайтесь на канал MMA Mania. Там вы увидите больше боев, больше мяса и больше жести. Я вас буду ждать там. Ставьте лайки.